В избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в депутаты городской думы свой пакет документов подал Вадим Варламов. 25 июля территориальная комиссия рассмотрит на своем заседании вопрос о его регистрации. Вадим Варламов с ноября прошлого года является общественным помощником уполномоченного по правам человека в Янао. Выдвигается от местного отделения партии «Единая Россия». Работаю с гражданами по их обращениям в плане нарушения их прав, свобод, скажем так, провожу консультативные приемы, решаем, как говорится, вопросы более сложного характера, то есть, как говорится, пишем заявление, ходатайство, обращаемся в органы местного самоуправления, в ресурсоснабжающие организации, то есть, если есть факт обращения гражданина, то есть по, как говорится, нарушениям его прав. Напомню, на сегодняшний день избиркомом зарегистрированы 4 кандидата. Это представитель Компартии Коммунисты России Андрей Мельник, самовыдвиженец Елена Дульгера, представитель партии КПРФ Александр Свириденко, а также Олеся Тхасфеш, выдвинутая Ямал-Ненецким региональным отделением ЛДПР. Вопросы регистрации оставшихся 5 кандидатов, выдвиженцев от местного отделения партии «Единая Россия» Кирилла Николаева, Ольги Диденко, Вадима Варламова, представителя от партии КПРФ Алексея Черных и самовыдвиженца Дмитрия Маджара будут рассмотрены на заседаниях избирательной комиссии в ближайшее время. Полный список всех зарегистрированных избирком огласит 26 июля. До выбора депутатов городской думы 5-го созыва по многомандатному избирательному округу номер 3 состоятся 8 сентября.